Я просто видела, как это делают паломники, монахи. Они считают, что во время молитвы иконочка набирается вот этой энергетики, здесь как энергетическая пыльца. Они вот эту пыльцу стирают с обратной стороны ручкой, ладошкой, стороны иконочки ладошкой, проводят паломнику, опять раз закрестятся, три раза целуют образ Святого Николая, и после этого вы уже кладете в защитные пленочки.